тебе заказ буду. Будет рыбка. Только по-русски, я умею по-эстонски. Только торговать знаю, цену сказать. У нас фирма Pepsi Calamis, акция Сильц. Сами ловим, заколы стоят. Но ловим мало сейчас рыбы, очень мало. Только вот латикосы, то такая мелкая. Вытакси, кольм дыки найтекс. Вам? Да. Вот вобла, это вобла вся, да. И латикос сухая. Ну, это мы много продаем, много продали уже сухую. Это тоже. Это тоже? Да. Угу. Так, стоплен. Сами ловим. У меня три сына рыбака. Полон. Есть, бери подольше. Ну, что-то есть. Ну, да, еще посмотрим. Еще пока не видно. Сейчас такое дело, что ловли у нас практически мало. 3-4 месяца мы ловим в году, наверное. Набирается. Сплошные запреты. Много рыбаков ушли. Кто на стройку, кто дальнобойщики. Не... Ну, из-за того, что запреты постоянные. Ну, знаете что, хотелось бы, чтобы нам разрешили бы побольше лимита ловить рыбу. У меня три сына остались в деревне, никуда не уехали. Это редкость для деревни в данный момент. Все уезжают куда-то работать. Они остались, мы с мужем сохранили для них фирму. Тяжело нам сейчас, рыбы мало разрешают ловить, но сохранили. Ну и надеемся, что, может быть, разрешат побольше лимит. Ну, надеемся. Никуда не уходим. Раньше было здесь 60 рыбаков, а осталось 5. Да. Да. Да, у нас все на стройку убежали, все рыбаки. Россия ловит год кругом мутником. И на нас не обращают внимания с того стороны озера. А мы не можем. Целую зиму, зима была теплая, и все мутники ходили, российские там, да, все ловили. Ходили. А на наш нет. Ну вот так и живем. В России выращиваем рыбу. А растим для России рыбу. Да, сохраняем. Сохраняем рыбу для сохраняем. России. Давай. И вот лещишки. В августе месяце рыба начнет выходить с рек. И тогда побольше будет ловиться. Озеро богатое, рыбы хватает. Но только единственное, что запреты постоянные. Ловить очень мало. В этом году зимы не было зимой. Ну, мы вообще... Давай. Рядом с озером живем, так мы... Отвяжи. Это не лещ, это средний такой. Ну, в основном мелкую мы выкидываем. Растет, живет. Как говорят. Рыба будет ловиться. На праздник. Сегодня праздник. Сегодня день рыбака. Большой праздник. Сейчас рыбу положим в холодильник и пойдем
на праздник. Там будут выступать артисты местные, и вас приглашаем. Он на черник понапьется, да придется, но дерется. Только разделалась я с ним, Эвина. Ну, а тут якут в меня влюбился, только спать со мной он не ложился. Kortastat. Kalamehet saavat koko ja teevät kivasti pitu. Ja saavat viina võtta ja nalja teha ja pitutseda koos perega. Homme. Стесняйтесь, то нужно 100 грамм. Потом дома. О, дома. Мы пришли посмотреть концерт. Это дело второго плана. Возьмем конфеты, ананас, вина, бутылочку для нас. Ой! Все прекрасно, все прекрасно. Вы знаете, кто выпивал раньше, выпивает и сейчас. Им хоть какое правительство, хоть какая власть. Как они пили, так и пьют. У меня в семье никто не пьет. Вы поверите, 3 сына, они в рот еще не брали водки. И 50 лет одному сыну. 27, 36, я вам честно говорю. Ни разу не брали водки в рот. Ну, а, конечно, пьют. Ну, очень много здесь человек, 15-20, каждое утро у магазина собираются. Им заняться нечем, работы здесь нет. Кроме нашей фирмы ничего, только уехать. Võtame natuke viina ja oi, siin on elu väga hea. Elame ja läheme saunasse, võtame natuke õlut, viina ja on malle. Teeme kalat ja... Jah. Teemi puskar ja... Jah. Kõik on normaali. Elu käib. No kalamest see päev oli... Oodas juba kõik seda päeva. Pidu oli ja... Kõik oli seal peopäev. See oli kõige parem päev. Aga muidu harilik kalal käimine ja... 40 aastat käisin kalal. Oles lännu ka pühä pidama. So. Sida. Гуляй, гуляй, моя зеленая, гуляй, жиганская душа. Mind isiklikult võlub selle koha teistmoodi ehedus. Selline üdini siiras olek, mida võib-olla eestlased natuke liiga kiivalt endas varjavad. Aga siin on kõik hästi naturaalne ja tore. No minu mõelest siin on asi puhtalt rahvuses kinni, et tegelikult nendel on ju, nemad on põhiliselt venelased ja venelaste puhul puudub selline kartlikud, et võt, et miks sa nüüd trügid oma objektiiviga nina all, et nad lihtsalt, nad on oma olemuselt natuke teistmoodi ja see teeb pillistamise hästi lihtsaks, et tegelikult see materjal on siin igal pool laiali. Et seda kinni püüda on hästi lihtne. Nad on pealispindselt hästi lahke, aga sinna nendele päris ligi saada on üsna keeruline ja hästi usklikud, hästi kindlad oma veendumustes. See, et nad siiamaani sajandeid on oma seda usku siin Eesti pinnal nagu hoidnud, et see näitab, et nad on hästi järjepidevad. Ja nad suhtuvad eestlastesse väga, väga hästi, kuigi nad on moodustavad oma klikki või klanni.
aga Ansip on siin kahtlemata sõimusõna, et kui tahta natuke mingit tüli, siis öelda korraks Ansip ja läheb, et selles mõttes on nagu üsna keeruline. Seal aknal istus 95-aastane naisterahvas, nii et mingi pildist või filmiga teda. Субтитры сделал DimaTorzok.